В пятой школе Реутова открыли парту героя, посвященную участнику специальной военной операции Егору Громову. Молодой человек был мобилизован одним из первых в округе. Отец Егора, Вячеслав Поскребалов, отправился на СВО вместе с ним, получил ранение. О сыне тогда ничего не было известно. Жена Вячеслава, Виктория, поехала в воинскую часть и узнала, что Егор погиб. Его имя навсегда вписано в историю нашего города. Мы всегда будем помнить, чтить, всегда будем поддерживать, всегда будем рядом. Спасибо вам большое за настоящего героя. Егор родился в Приднестровье в семье военнослужащего. В 1999 году переехал с семьей в Реутов по месту службы отца. Учился в пятой школе в начальных классах, а затем поступил в кадетский корпус юстиции в Москву. Учителя до сих пор вспоминают его как активного и неравнодушного человека. Много времени прошло достаточно, 24 года, но все равно Егорка вспоминается и запомнился нам как очень яркий человечек, очень отзывчивый, всегда готов прийти на помощь был своим товарищам. Очень активный, в любых спортивных мероприятиях школы участвовал, хотел участвовать, бежал первый. После мобилизации Егор Громов прошел успешную подготовку в Туле по специальности стрелок-наводчик БМП. Затем был направлен на передовую в Харьковскую область. Участвовал в строительстве линии обороны и отважно выполнял поставленные боевые задачи. Егор погиб, попав под обстрел. Он награжден орденом мужества. Посмертно. Смотря на фотографию Егора, я представляю, как когда-то он ходил по коридорам нашей школы, сидел за одной из парт. Мне кажется, для каждого учащегося важно открытие парты героя, ведь это настоящий пример мужества. Мне кажется, за этой партой должны сидеть дети, которые отличаются какими-то смелыми поступками или хорошей учебой. Например, в моем классе есть ученицы, которые выиграли региональные олимпиады. Мне было бы очень важно, если бы они посидели за этой партой. Парта героя – это проект партии «Единая Россия», направленный на патриотическое воспитание детей. Теперь в округе 6 таких парт, которые будут напоминать ученикам о героических поступках наших земляков. Знаменательно сегодня то, что это мероприятие прошло в преддверии празднования 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это нужно живым, это нужно нам. Благодаря таким мальчишкам, молодым, наши дети имеют возможность учиться. Наши дети имеют возможность смеяться. Сегодня на этом мероприятии присутствовала мама Виктория Михайловна. Ей хочется сказать огромные слова благодарности за воспитание такого самоотверженного героя. Имя Егора Громова увековечено на одной из стел у Вечного огня в округе.